Отец, мы прославляем Тебя. Хвала Тебе, мы благодарим Господь. Тебя за Твое Слово. Мы благословлены. Мы сильны. И мы процветаем. И мы учимся. И растем. И мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Лерой, пусть Бог благословит тебя за то, что ты приехал к нам на передачу. Мы хорошо провели время на прошлой неделе. Вы знаете, что в конце последней передачи на прошлой неделе пришло слово от Господа. Это было сильное, сильное слово с небес, верно? И нам нужно слушать его и изучать его. Я помню первое. Снова и снова. Что Господь сказал? Вы еще не видели то, что я могу сделать. И мы видели много, Лерой. Аминь. Но мы даже еще ничего не видели, слава Богу. Да, слава Богу. Давайте сразу же обратимся к Слову Божьему. Мы говорим о том, чтобы становиться командующим в Завете Божьем и занимать наше место власти. Ты знаешь, что нам была дана власть? Да. Власть была дана нам Иисусом, чтобы говорить Его Слово, использовать Его имя. Когда вы делаете это, когда вы говорите Его имя, у нас есть власть, чтобы говорить это. У нас есть власть делать это. Когда мы говорим Его Слово в Его имя и смешиваем это с верой, то скажу вам, это все равно, что если бы сам Иисус стоял там и говорил. Верно, Лерой? Аминь. Да. Это откровение пришло ко мне примерно в 1961... Нет, извините, в 1967-68 годах, где-то в это время. Я понял, что это же Слово Божье. Да, это по-прежнему Его Слово. Его Слово не ослабело из-за того, что Он сказал его давно, потому что в Нем нет времени. Да. Это так же, как если бы Он сказал это прямо сейчас. Да. И мы смешиваем с Ним свою веру, мы говорим Его Слово, Иисус – первосвященник над нашими словами, и Он следит Слава за тем, Богу. Чтобы это исполнилось. Слава Богу. Аминь. Аминь. Тот же Дух. Тот же Дух. Который воскресил Иисуса из мертвых, обитает в нас. Слава Богу. Командующий делает это. Командующий, да. Это снова возвращает тело Христово в позицию власти. Мне нравится, что ты сказал о трех силах. Сила молитвы, сила Слова Божьего, затем сила молитвы, но затем сила Божьего обеспечения. И сатана попытался увести тело Христово от власти быть командующим богатством Завета, в котором Бог поставил нас управляющими Его обеспечением. Когда мы применяем принципы, когда мы верны, послушны и хотим, мы знаем, что Бог обеспечил нас, чтобы действовать от Его имени и быть управляющими. Другими словами, принять Его обеспечение, чтобы выполнять Его миссию и Его работу на земле. И сатана устроил хаос в церкви в этой сфере через осуждение. Если человек начинает проявлять, позволяет Богу проявлять свое богатство в его жизни, сатана вкладывает определенный страх в людей Божьих перед Божьим богатством и изобилием, и умножением, и переливанием через край. И я знаю, что Бог стремится совершить сейчас, в этом поколении, в это время, потому что это крайне необходимо из-за того, что атаки сатаны становятся все сильнее и сильнее. И теперь телу Христову придется выйти вперед и действовать не только в мудрости, но также и в деньгах, также и в финансах. Да. Запишите это. Самой мощной силой на земле является Слово Божье. Слово Божье. Вторая по силе — молитва. Молитва. Основана на Слове да. Божьем. Третья — деньги. И деньги дают вам силу влияния, силу в материальных вещах, ставят вас в такое положение, когда ваше слово имеет первенство. Если есть два партнера,
один из которых владеет 20% бизнеса, а второй 80%, то тот, кому принадлежит 80%, будет диктовать, что делать. Он имеет власть. Да. Если партнер, владеющий 20%, хочет печатать Библии, а владеющий 80% хочет печатать порнографию, то они будут печатать порнографию до тех пор, пока он сейчас не сможет происходит выкупить много долю такого. Владеющего 80% и избавиться от него. Это происходит уже очень-очень долгое время. То, что произошло с нами здесь, и то, чего мы хотим, а нам нужно уделять особое внимание тому, что Лерой говорит здесь. Потому что, когда сатана украл у нас деньги, у нас все еще оставалось Слово Божье. Все еще оставалась молитва. Все еще оставалась молитва, но посмотри, где оказался Бог. Мы пытались действовать таким образом. Да. И отказывались освободить эту другую руку на земле. И нам приходилось делать это сверхъестественно. И сверхъестественно завоевывать свое место на земле, не имея никаких денег. И Лерой, честно говоря, рядовой христианин не был достаточно силен духовно, чтобы делать это. Бог был, да. Но вера отсутствовала. Да. Да. Поэтому это обкрадывало Слово Божье и молитву. И у нас не было, верно? У нас не было понимания. Если у вас нет понимания, у вас не будет откровения. Если у вас не будет откровения, у вас не будет проявления. И поэтому большая часть Божьей работы страдала из-за одной из величайших уловок, которую сатана подсунул телу Христову об избытке и о переполнении, и о том, чтобы иметь больше, чем достаточно. Он обманом заставил тело Христова поверить, что это не важно. Но я верю, что то, во что мы входим в это утро, может быть началом для тела Христова. Сначала Слово Божье, потом молитва, и то, и другое производит духовную силу и помазание. Они должны быть на своих местах. Да, они должны быть на своих местах. И затем третья сила, о которой мы говорим, это финансы и обеспечение. И есть помазание на этом, когда Божье обеспечение оказывается в руках Его детей. Оно помазано. Оно благословлено. Оно имеет силу выполнять свою работу. Давай вернемся и задумаемся на мгновение о том, что произошло во время урагана Катрина и других ураганов. Самым страшным кошмаром для дьявола является человек Слова Божьего, полный веры и молитвы, знающий, как молиться и владеющий деньгами. Потому что он ходит в помазании. Он ходит в общении с Богом посредством молитвы. В мудрости. И затем Бог говорит, иди и сделай это. И он говорит, да, когда, прямо сейчас, хорошо. И он начинает действовать. Вместо того, чтобы говорить, Бог, мне нужен бензин для машины, мне нужно. И так далее, и так далее. Бог может обеспечить все это, но все это должно быть обеспечено прежде, чем пришло указание. Точно. И во время тех ураганов правительство дало сбой. Городское правительство дало сбой, правительство штата дало сбой, правительство США дало сбой. И из-за этого погибло много людей. Я не собираюсь судить и обвинять тех людей в правительстве. Прежде всего, Бог не помазывал правительство делать это. Да. И люди вынудили правительство быть в роли обеспечителя. Но это не их роль с самого начала. Да. И что произошло потом? Церковь вышла на первый план. И люди... Лерой, у нас был самолет, который мог взять на борт 3,5 тонны груза. И мог приземляться на короткие взлетные полосы. Мы полетели в ближайший аэропорт, где все еще можно было приземлиться. Ты ведь знаешь, где находится Слайдел? Да, да. И недалеко оттуда были больницы, в которых люди взывали о помощи. Там были умирающие люди. У них не было инсулина. Маленькие дети с диабетом, с инсулиновой недостаточностью. И потребовался бы месяц, прежде чем они смогли бы получить что-то наземным транспортом. Поэтому мы взяли заказы на те медикаменты, в которых они нуждались, полетели в медицинскую компанию, получили все и вернулись туда до наступления вечера. И тысячи человек не умерли. Но они могли бы не дожить до утра,
Если бы у нас не было ни денег, ни оборудования, и оно было бы не готово, и не было бы пилота, чтобы выполнить эту работу, я имею в виду, у нас не было времени молиться и получать самолет. Точно, да. Люди не дожили бы до утра. Верно. Это нужно сейчас. Это нужно прямо сейчас. И Бог организовал это и сказал нам, куда именно идти, и что именно говорить, и что конкретно делать. И мы сделали и сказали точно то, что Дух Божий сказал делать. И наполнили тот самолет и прилетели туда. И те доктора и медсестры просто стояли там и плакали. Допустим, что у вас было бы только Слово Божье и молитва. Ну, мы смогли бы это сделать, но в таком случае нам пришлось бы молиться о самолете, молиться о горючем, молиться о деньгах, молиться о лекарствах. Так в чем же разница? К тому времени и правительство было бы там, но тысячи людей были бы мертвы. Именно так действует мир. Должна быть готова в любой сфере. Должна быть готова все время. И они не могли получить никакой пищи, и тут появляется операция благословения от клуба «Боже мой». Пэт Робертсон — это прекрасное служение. Слава Богу. Они приехали туда, и люди там сразу же начали готовить, начали кормить, не прося ничего правительства. Да. Мы были там, чтобы помочь правительству. Божьи люди поднимаются, и это то, что нужно сделать. И мы лишь слегка коснулись этого. Да, я знаю. Потому что когда вы занимаете это положение, и вы готовы, и послушны Богу, Он сделает больше в финансовой сфере, как Он сказал. Да. Как Он сказал духом. Как ты сказал на прошлой неделе духом, что мы даже еще не видели, что Он может сделать. Нет, нет, нет. Мы не соприкоснулись с этим. И чем больше мы получаем информации, и чем больше мы питаем свой дух откровением об этих истинах, тем больше территории мы сможем захватить для Него. Это сильно. Слово от Господа только что пришло да, ко мне. Да, говори. Когда у вас есть соответствующие финансовые средства, тогда избираются правильные люди. И правильные люди в городском совете. У вас правильные люди. Я говорю о водимых Духом Святым мэрах и полицейских, и губернаторах. Вся цепочка власти. Верно. И теперь уже действует Бог, а не только одно правительство. Это сильно. И знаешь, почему мы избрали не тех людей? Потому что у церкви не было денег на выборы, чтобы помочь им быть избранными. А те деньги, что были, не вкладывались ими в политику с самого начала. У них было недостаточно. У них было недостаточно. В этом-то все и дело. И в теле Христовом давай начнем говорить о силе и цели богатства завета. Я думаю, мы прямо посреди этого. Ты так меня вдохновил, что я едва могу сидеть на месте. Сила и цель завета богатства. И давай считаться с фактами. Человек, обладающий деньгами на земле, с материалистической точки зрения, это человек, у которого есть власть. Да, у него есть. И вот почему я верю, Господь хочет, чтобы тело Христово знало, что завет обеспечил достаточно богатства, чтобы выполнить работу. Но мужам и женам Божьим придется изучать завет и удалять страх в отношении денег и страх перед преследованиями и гонениями верующих, ходящих в богатстве, и начать занимать положение командующих. И они командующие из-за того, что рождены быть ими, из-за помазания, из-за желания Отца полностью проявить свое царство на земле. Он не просто ищет людей, у которых уже есть деньги и имущество. Это не то, чего он ищет, не так ли? Нет, нет. Он ищет послушание и вера. Послушание, вера, хотение. У него уже есть деньги и власть. Управление и распорядительство. Деньги есть на земле, но только они сосредоточены в неправильных руках, большинство из них. И у тела Христова есть способность, потому что это в действительности принадлежит телу Христову. Мы видим в притчах 13.22, богатство грешника сберегается для праведного. И когда праведник получает откровение, которое мы пытаемся донести до тела Христова и многих мужей и жен Божьих, тогда этот переход богатства начнет происходить. Как-то я разговаривал с группой людей и сказал им, что в моем изучении Писания я никогда не видел переход богатства, даже в Ветхом Завете, происходящий в хорошие времена. Это всегда происходило в тяжелые времена.
Да. И я верю, что мы сейчас живем в то время, когда церкви действительно нужно подняться. Нужно, чтобы помазание занимало свое место и снимало бремена и уничтожало ярмо. Я верю, что именно сейчас мы видим, как все это происходит. Церковь должна подняться и занять такое положение, в котором будет достаточно разумения и достаточно откровения, чтобы иметь способность принять то, что Бог хочет, чтобы она имела, и выполнить свою миссию в верности, хотении и послушании. И есть много людей, которые действительно любят Бога. Мы знаем это, брат Копленд. Да. И многие люди пребывают в Слове Божьем и в молитве, но когда дело доходит до финансового вопроса, я не знаю, сколько в процентном соотношении, но я знаю, что этот процент велик. Многие не поняли его полностью, и, следовательно, не высвободили свою веру правильно, чтобы принимать из завета богатства, чтобы работа могла быть выполнена. В книге Исаии, точнее, во Второзаконии 8.18, извините, Второзаконие 8.18, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». Это сила и цель завета, если мы понимаем это. Я записал три пункта, и вы можете найти в этой книге, которые мы должны понять о богатстве. Сила приобретать богатство — это способность, это помазание, которое Бог дал нам, чтобы приобретать богатство, потому что богатство на самом деле принадлежит Ему, чтобы управлять делами Его царства. И эти две вещи могут выглядеть одинаково, но мы должны понять силу самого богатства. Поэтому богатство настолько сильно, и фактически человек должен быть подготовлен и развит прежде, чем Бог позволит ему войти в эту силу богатства. Лерой, ко мне пришла одна мысль. Я никогда в жизни об этом не думал. Помнишь, когда Иисус сказал: «Ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, и все остальные вещи приложатся вам». Он сказал: «Все эти вещи, то, что вы едите, где вы живете, что вы носите». Да. Все эти вещи ищут язычники или народы, которые не знают Бога. Верно. Вот чего ищет весь мир. Верно. И вот что я вижу здесь на основании того, что ты говоришь. Если церковь будет действовать и принимать от Бога то, что мы должны делать, то они придут к нам, ища это. Им все равно, откуда они это получат. Они придут в церковь, ища кров, еду и одежду. Да. И когда они придут к нам, чтобы получить это, мы дадим им намного больше. И до сих пор, приходя в церковь, они не могли найти там кров или пищу, за исключением Рождества или Дня Благодарения. У нас не было пищи. У нас просто не было всего достаточно так, чтобы весь мир приходил бы к церкви для восполнения своих основных нужд. Нет, это мы просим у них. Да, все наоборот. Мы просим мир поддержать церковь. Вот как это было. Когда я был маленьким мальчиком, то ходил в церковь, и в то время церковь шла к миру. Потому что когда мирской человек приходил в церковь, он имел власть, он имел силу. Когда дело касалось материальных вещей и обеспечения богатства, то у них это было, а у церкви не было. Церковь искала и ждала подачки. Мы просим их о скидках. Верно, о скидках. И ищем подачек. И мы все еще не понимаем силу завета богатства, и тело Христово должно получить этот прорыв. Те, кто нас слушает по всему миру, должны обратить внимание на эти три вещи. Первое — сила Слова Божьего. Второе — молитва. И затем третье — Божье обеспечение. И мы должны впустить Божье обеспечение сюда, зная, что быть использованным Богом в этой сфере не является чем-то нечестивым. Понимаешь, о чем я говорю? В 1 Иоанна 3:8 в конце стиха говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий». Да. Да. Чтобы разрушить дела дьявола. Мы знаем, что в Евангелии от Иоанна 10:10 Иисус сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А в 1 Иоанна в конце того стиха говорится: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Поэтому для того, чтобы разрушить дела дьявола на земле, нам придется быть финансово способными. Для того, чтобы разрушить нищету. Нищета — это дело дьявола. Да. Это одно из самых больших дел дьявола на земле сегодня. Это просто раздирает людей на части. Вы не можете решить эту проблему, просто дав человеку еду.
Не можете. Мне нравится, что делает твоя церковь. Мне нравится, что делает церковь Крефла Доллара, церковь Билла Уинстона. Что делает наша церковь? Вы берете людей, которым нужна еда, и учите их, как заниматься бизнесом. Да. Учите их. Да. И вы не учите их, как держаться за работу где-то. Да. И делать какую-то безбожную компанию богаче своим трудом. Вы учите их, как. Как думать, как изменить свой образ мышления и как стать частью ответа на мировую нищету. Становясь человеком бизнеса, человеком состоятельным. Но прежде всего, человеком Слова Божьего и человеком молитвы. Со мной произошло одно из самых потрясающих событий. В нашей церкви есть один бизнесмен. У него бизнес в компьютерной сфере, и он является даятелем. Он всегда дает. Каждый раз, когда вы видите его, он хочет давать, давать и давать. И однажды он подошел ко мне, и Дух Святой сказал мне положить руку на его плечо. Я не представлял себе, что Господь собирается ему сказать. И Господь сказал, «Ты скоро начнешь жить жизнью богатства и известности. Ты будешь благословлен при входе и благословлен при выходе». Скажу вам, Господь проговорил о жизни этого человека прямо там, перед теми, кто был в собрании. Он упал под силой Божьей, и я почти упал вместе с ним, потому что это было так сильно. Но Бог почитает его сеяние. Его сеяние, семени, посвященность его сердца. Он бизнесмен. Он очень умен. И Бог поднимает его и собирается поднять его на другой уровень. Некоторые люди считают, ну, Бог не хочет, чтобы люди возносились таким образом, были богатыми, известными. Нет, подождите минуту. Просто подождите минуту. В 1 Петра 5, 6, 7 говорится, что если вы смиритесь под крепкую руку Божию, Он вознесет вас в свое время. Он не против того, чтобы мы были вознесены. Он против того, чтобы мы возносили себя сами. Да. Самый превознесенный человек — это безбожный человек. Именно. Иисус сказал, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Наследуют землю. Он не сказал, «Блаженны кроткие, ибо они будут сидеть в своей пещере, пока я не вернусь». Нет, он сказал, «Они наследуют землю». Это означает все, что в ней, верно? Да. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Эти два стиха. «Блаженны кроткие, хорошо, ибо они наследуют землю». «Блаженны нищие духом, потому что они унаследуют Царство Небесное». Царство Небесное и земля принадлежат нам. Мы просто должны иметь правильное отношение. Быть в правильном положении. Боже мой, Лера. Возвращаясь к тому месту Писания, ты сказал, смиритесь под крепкую руку Божью, должен быть дух смирения. Иоанн Креститель сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Гордость предшествует падению. Поэтому прежде чем человек сможет процветать во власти унаследованного богатства, он должен прийти к пониманию, что это не он, это Бог. Что это Бог. Бог дает тебе силу приобретать. А Он всего лишь управляющий. Да. Он управляющий. Боже мой. Мы продолжим говорить об этом завтра и будем двигаться до... Бог да благословит тебя, Леру Томпсон. Скажу тебе, ты такое благословение для этого служения. И для нашей семьи, и для наших жизней. И мы более процветающие из-за того, что ты послушен Богу, чем мы когда-либо были. Потому что мы приняли откровение, которое Бог дал тебе, и соединили его с тем, чему мы научились за годы. И, Боже мой, это развитие просто чудесно. Да, брат Копланд, я сделал то же самое. Я так многому научился у вас, Глори, и соединил это с тем, что Бог сказал мне, и это было благословением для моей жизни. Именно так оно и должно работать, да. Верно? Да. Давай приступим к этому, Лерой. Я так хочу услышать то, что Господь дал тебе сегодня. Размышление. В Завете богатства и командовании богатством Завета размышление очень важно. Уделяйте время тому, чтобы питать себя принципами Слова Божьего, до тех пор, пока Слово Божье не запечатлится в вашем духе так, как откровение для вас. И затем, независимо от того, кто или что выступает против вас, или кто что-нибудь говорит, вы знаете, что это от Бога, и что Он хочет, чтобы вы действовали как командующий богатством Завета. Другими словами, вы востребуете Божью силу, чтобы получить обеспечение. Можете сказать, что в этом и есть отличие между желанием и верой? Да. Ну, мне бы хотелось, чтобы у меня это было. Я знаю, что Бог обеспечил это. Но вам нужно идти дальше этого. Идти дальше. И знаешь, в книге Иисуса Навина, давай посмотрим Иисуса Навина 1.8. Сильный стих. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Поэтому, размышляя над Словом Божьим,
И много раз Он говорит о Своем обеспечении. Он говорит о богатстве, Он говорит об умножении снова, снова и снова. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили вчера. Принцип Слова Божьего. Мы говорили об этом. Сила молитвы и сила Божьего обеспечения. Да. Эти три вещи идут в таком порядке, но все они важны. И я думаю, что мы натренировали себя в Слове Божьем. Мы натренировали себя в молитве, мы натренировали себя в прославлении, мы натренировали себя в поклонении и исповедании, но я твердо верю в проявление. И в этом есть элемент таинства. Но мы видим в Иоанна 14:21, что если мы храним Божьи заповеди и любим Бога, Иисус сказал, что Он и Его Отец придут и сотворят свою обитель с нами. Это в духовном законе проявления. Я думаю, что очень часто в послании к Ефесянам 3:20 мы не понимаем в полной мере, что Дух Божий говорил, а тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Он говорит действующую в нас силою, и часто мы вырываем это место Писания из контекста. Контекст этого места Писания возвращает нас к Иоанна 14:21. Да. Потому что Павел учит церковь в Ефесе тому, что если вы понимаете любовь Божью, если вы понимаете, как я читал в новой книге сестры Глории, «Благословленные сверх меры», это новая книга, которую она написала, «Изобилуя в благодати Божьей», если вы не поймете проявление Божьей любви, вы не сможете понять Ефесянам 3:20, и вы не сможете понять Божью любовь без Духа Святого, открывающего любовь Божью. Как говорится в послании к римлянам, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Поэтому Дух Святой должен возгревать в нас любовь из 13 главы 1 Коринфянам, и это производит силу для Бога, чтобы иметь возможность проявлять себя несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Знаешь, Лерой, слишком много людей, слишком много христиан просто сидят и думают о том, как все плохо. Они постоянно это видят. Я не могу оплатить мои счета, у меня болезнь тела, я устал. Я просто не понимаю, почему я такой. Когда вы начинаете, когда вы берете Иоанна 14:21, «Любящий меня соблюдает мои заповеди». Это сильно. «Мой Отец возлюбит его, я возлюблю его, и я явлю себя ему». Да. Просто сядьте и сосредоточьте свой разум на этом. Уделите этому время и посидите так. Да. Подумайте об этом вместо того, чтобы думать о боли в вашем теле. Вы не можете думать о двух вещах одновременно. Подумайте об этом вместо счетов, да, по которым вы задолжали. Да. «Мой Отец любит меня». Иисусу пришлось бы согрешить, чтобы не любить меня, потому что Он исполняет заповеди Отца. Они говорят: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Ему пришлось бы нарушить эту заповедь, чтобы не любить меня. О, да. Это не основано на том, что я сделал в прошлом. Это основано на том, что Он делает в послушании Своему Отцу, который заповедал это. Ему пришлось бы отделиться от Отца. Ему пришлось бы, Лерой, чтобы отвергнуть меня или унизить меня. И этот дьявол является тем, кто говорил мне: «Знаешь, из-за того, как ты поступал, как ты говорил и думал, теперь невозможно, чтобы Иисус заботился о тебе». Это ложь из ада. Но чтобы разрушить это, чтобы перейти в эту другую сферу, я должен вложить это слово в мой разум, не спровергнуть другие замыслы и привести всякую мысль в послушание этому, и практиковать это, уделить этому время, сесть и сделать это. 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, час, 1.5 часа, день за днем, это постепенно начнет захватывать ваше мышление, потому что это Слово Божье. Верно. И тогда вы начнете видеть себя процветающим, вы начнете видеть себя исцеленным. Что происходит? Слово Божье и мечта побеждают. Это облекается в веру. Верно. И это то, что размышление сделает для вас. Это то, как ты пришел, да, к этому. Это то, как я пришел. Мы оба были настолько нищими, что не могли заплатить даже за обед. И для того, чтобы выбраться из этого и прийти, да, вот сюда, где есть то, что Иисус сделал для нас, вам нужно изменить
Ваш образ мышления. Да. Чтобы определить свое место в Боге, вам нужно будет понять любовь Божью. Если вы не понимаете, как сильно Бог любит вас, вы будете потрясены тем, что Библия говорит о том, что Он для вас приготовил. Верно. Вы даже не сможете постичь это. Вы не сможете принять это без знания того, что Божья любовь есть в вас. Вам нужно возгревать любовь Божью внутри вас, чтобы принять любовь Божью для вас. Это просто ошеломит вас. И через размышление, вот почему Моисей сказал Иисусу Навину. Господь сказал Иисусу Навину, когда он занимал место Моисея, «Тебе придется размышлять над моим словом, потому что ты не поймешь служение Моисея, ты не поймешь, как принять это служение, если ты не поймешь меня, и не поймешь, как сильно я хочу твоего благословения, и тебе придется делать свою часть». Когда мы говорим о завете, то это договор между двумя сторонами. Бог готов наполнить тело Христово обеспечением, которое необходимо для выполнения Божьего поручения. Это Его поручение. Это Его работа, которую Он хочет, чтобы мы сделали. И если тело Христово не подчинится любви Божьей и мудрости Божьей и пониманию Божьему, оно будет не в состоянии принять это. Да. И мнение, что вы можете сделать это по-другому, является ошибочным. Нет, вам нужно проводить время в этой книге. Мнение, что вы можете продолжать мыслить так, как вы мыслили, говорить то, что вы говорили, и изменить этим ваши обстоятельства. Фактически, это безумие. Безумие. В этом нет реальности. Продолжать делать то же самое и ожидать изменения — это определение безумия. На прошлой неделе Господь сказал мне во время молитвы, «Измени образ мышления». Измени образ мышления. Думай и говори по-другому снова, снова и снова до тех пор, пока тебе больше не придется принимать решение думать таким образом. Да. Это изменяет образ вашего мышления. Ваш тип мышления начинает меняться, и необходима сила Слова Божьего, чтобы изменить это. Да, это Римлянам 12 глава, обновление вашего ума. Послушайте. Да, это так. Это так, брат. Да, когда вы научитесь, как действовать и течь в Слове Божьем и проводить время с Богом, тогда ничто не сможет занять это место. Я переполняюсь даже от мысли о тех моментах, которые я провел с Богом наедине. Позволь мне сделать предложение. Я хочу предложить это тебе. Это немного отличается от того, что я обычно тебе говорю, но я знаю твое прошлое. Я знаю, что обстоятельства могут переполнять людей. Да, я тоже. Ты можешь довести свой разум до такого состояния, когда ловишь себя на том, что думаешь о чем-то, и не знаешь, когда ты начал об этом думать. Потому что это такая проблема, которая переполняет твою жизнь. Я был в таком положении не так уж давно, испытывая очень сильную боль в моем теле. И все мы проходили через это. В частности, мои партнеры молились за меня. Да. Да. И у меня были проблемы со спиной. Я взял диск с фильмом «Страсти Христовы». Фильм, который снял Мел Гибсон. Я вставил диск в проигрыватель и выключил звук. Я не мог слышать музыку. Я не мог слышать слов. Ничего. Выключил звук и просто сидел там и смотрел, как Иисус шел на тот крест. Я смотрел, как они избивали его кнутом. Я смотрел. И что я делал? Я переполнял мои чувства чем-то, что помогает мне. Да. И затем я выключил это. Просто сидел и думал. Он сделал это для меня. Он сделал это, чтобы убрать эту боль из моего тела. Он сделал это, чтобы убрать долг из этой семьи и сделать нас свободными от контроля этого мира. Он сделал это, чтобы я мог жить вечно, в вечности, как чадо моего отца. В свободе. Да. И затем я начал говорить. Это мои мысли. Это мои мысли. Я не касаюсь тех других мыслей, они не мои. И я перекладываю всю заботу об этом на моего отца. Слава Богу. Вы получаете мгновенные результаты таким образом. Но вам нужно продолжать. Вы начинаете исповедовать любовь Божью. Да. Эта боль переполняла меня. Да. Я устал. Я не спал из-за этого. Вы устаете. И вам требуется какое-то воодушевление.
И нам должно быть стыдно за то, что мы отдали киноиндустрию и телевидение этому миру. Так что они могут наполнять нас грехом, болезнью, немощью, бесами и страхом, вливая это постоянно. Да. Поэтому благодарение Богу, что у нас теперь есть хоть что-то. Вы можете перейти от этой передачи к чему-то еще. У нас есть хорошие передачи, такие как твоя, как Рифла Доллара и Билла Уинстона, Джерри Савейла и Кита Батлера. Все эти сильные слова веры. И вы можете переключиться на них. Передача Ричарда Робертса. Они с Линдси молятся за больных. Джесси, да, постоянно. Я имею в виду, вы можете делать это, но важно следующее. И все это помогает. Да, да. Наша передача является помощью. Она лишь для того, чтобы помочь вам в этом. Но это стоит денег. Это стоит, да. И она не шла раньше из-за того, что у тела Христова не было 30 миллионов долларов в год, чтобы транслировать эту передачу по всему миру. Я думаю о фильме «Страсти Христовы». Когда вы задумаетесь о фильме «Страсти Христовы», я немного знаю о том противостоянии, с которым столкнулся Мел. Ему пришлось противостоять. Мы с женой сидели и разговаривали об этом. Что сделало Мела способным все равно выпустить этот фильм? У него были деньги. У него были деньги. Вы не можете остановить на этой земле человека, у которого есть деньги. У него были деньги. И это был труд для Бога. И Бог нашел себе человека, который сделал вклад, человека, который был готов пойти на риск. Чем больше риск, тем больше награда. И он сделал это и выпустил «Страсти Христовы». И так многие люди спаслись и увидели страдания Христа за этот мир. Да. И прямо здесь есть хороший пример. Знаешь, это касается моей темы о финансах. Я пытаюсь вырвать тело Христово из этого кокона недостатка и нищеты. И это хороший пример с Мелом Гибсоном. Был человек, у которого денег было достаточно настолько, что вы не смогли бы сказать ему «нет». Это верно. Они не могли. Они не могли остановить его. Они не могли остановить его. Если бы он был хорошим актером, у которого все было бы на месте, но не было денег, они закрыли бы это, но они не смогли. Они не смогли. И вот еще один момент. Я слышал, как ты проповедовал об этом, и Господь использовал тебя, чтобы помочь мне подняться в моем мышлении на другой уровень несколько лет назад. Большинство людей в теле Христовом, большинство церквей, большинство христиан подумало бы, если бы у меня было 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов не хватило бы для того, чтобы сделать даже первую часть этого фильма. Верно. Вы можете думать, что 40 тысяч долларов, 50 тысяч, 100 тысяч – большие деньги, но на самом деле нет. Верно. Для меня лично это могут быть большие деньги, но это затрагивает больше, чем моя личная еда, одежда и кровь. В этом проблема. Это то, что сатана часто держит против нас перед Богом. Потому что процветание или богатство не для вас или из-за вас, даже несмотря на то, что Бог хочет, чтобы вы были благословлены. Но им нужно вернуться и прочитать, что Бог сказал Аврааму в 12 главе Бытия. Но, брат Лерой, знаешь, я не очень-то заинтересован в послании о процветании. Потому что, в конце концов, есть всего лишь я и моя маленькая семья. Нам не нужно намного больше этого. У меня хорошая работа, у моей жены хорошая работа, и знаешь, мы зарабатываем, брат Лерой. Мы зарабатываем. Бог благословил нас. Мы зарабатываем примерно 60 тысяч долларов в год. Да. Благодарение Богу за это. Благодарение Богу, что вы благословлены. Но как насчет вашей церкви? Как насчет тех людей в беде, после тех ураганов или убийств и остальных проблем? Как насчет других вещей, в которых Бог несет ответственность? Но Ему нужны люди. И Ему нужны люди, которые могут сказать... Да, аминь. Давай сделаем это. Давай сделаем это. Да. В первый раз, когда я это сказал, у меня не было достаточно денег, чтобы выйти из дома. Да. Но именно тогда это и началось. Он начал обеспечивать это, и это начало расти, и через несколько лет мы начали двигаться по вот такой духовной траектории.
И затем это привело нас сюда. Нам по-прежнему нужно верить Богу, потому что мы тратим до последнего цента все, что Он вкладывает в наши руки. Но мы начали видеть дальше следующей недели, дальше следующего месяца, затем мы уже могли видеть, куда направляемся. И Бог благословляет и расширяет и продвигает. Бог узнал, что Он может вам доверять. Да. Бог узнал, что Он может доверять Кеннету и Глории Копландам. Мне нужно было оставаться свободным от людей мира. Да, да. Я не мог пойти в мир и занять денег, чтобы сделать то, что Бог сказал мне сделать. Я бы оказался в беде, Лерой, еще до того, как начал бы, потому что они стали бы контролировать то, что я делаю. Сильная мысль пришла ко мне сейчас, и я думаю, что это хорошо для тела Христова, и это хорошо для нас. Мы говорим о том, чтобы быть, чтобы стать командующим богатством Завета. Это основывается на том принципе, что ученик Слова Божьего знает свои права. Богатство не должно лежать в банке, но такой человек знает, как войти в Божье обеспечение, и вот где мы находимся. Здесь мы и находимся. Знаешь, это истинное процветание. Это самый богатый человек в мире. Да. Тот, кто знает, как общаться с Богом, и они с Богом принимают важное решение для Царства Божьего, и Бог говорит «да». И затем Бог посылает средства. Да, физическая часть этого в действительности придет. Ищите же прежде Царства Божьего. Да, да. И праведности Его, Его правды. И это все именно приложится вам. Три вещи, которые каждый верующий должен знать о богатстве Божьем. Номер один. Ваше место обеспечения может измениться. Оно может не остаться прежним. Это похоже на тот случай, когда пророк Илия был у потока, который высох, и затем Бог послал его к женщине-вдове, чтобы указать место обеспечения через Божье направление. И затем канал благословения может измениться. Бог может использовать не того, кого вы думаете, что Он будет использовать. Он может использовать кого-то, о ком, вероятнее всего, вы и не думали, что Он будет каналом для благословения. Бог является источником. Эти три вещи. Если Он постоянно остается вашим источником, возвращаясь к Филиппийцам 4:19, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Или Ефесянам 1:3, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это уже на своем месте. Это уже на своем месте. Когда человек узнает из Писания, через молитву, через общение с Богом, через дружбу с Отцом, что все сказанное Богом возможно в любой момент его жизни, а любой момент может стать божественным моментом. И когда момент становится божественным моментом, когда развита близость с Богом, в любое время, в полном согласии с силой Духа Святого, тогда должно произойти проявление. Поэтому вы можете идти по жизни, переживая божественные моменты с Богом. Бог приподнимает завесу, позволяя вам видеть божественные тайны, давая вам мудрость, божественное направление в сфере обеспечения. Поскольку вы понимаете, что вы распорядитель, вы менеджер для Бога, вы канал для Бога, вы командующий. Вы командующий. Тогда вы становитесь командующим. Когда ты говорил, ко мне пришла мысль, которую я даже не полностью раскрыл в этой книге. Но суть мысли в том, что вы являетесь командующим, когда вы понимаете принципы того, как действует процесс Царства Божьего. И вы в таком положении, где Бог может доверять вам. Бог испытает вас на одном уровне. Если вы делаете то, что Он говорит на этом уровне, Он поднимает вас на другой уровень. Он поднимает вас на иной уровень, и затем, наконец, вы будете таким человеком, который знает, что в чем бы вы ни нуждались, какое бы желание или какое бы поручение у вас ни было, Бог обеспечит вас. И тогда вы не можете сосчитать все, что есть у этого человека. Когда такой человек становится командующим богатством Завета, вы не можете сосчитать, сколько у него денег в банке. Этот человек имеет доступ ко всем ресурсам Божьим. Да. Разве это не Филиппийцам 4:19? Да. Он восполняет ваши нужды по своему богатству славе, а не в соответствии с проблемой. Боже мой. Не в соответствии с вашей нуждой. Это в соответствии с Его богатствами в славе
И это приходит через славу на землю, через вас. Как велико его обеспечение. Боже мой, вы принимаете это? Боже мой, Господь, как мы велико прославляем его обеспечение. И благодарим тебя. Брат Лерой? Да. Происходит что-то удивительное. Да. Мы в новой эре. Мы на более высоком духовном уровне. Мне трудно выразить то, что я вижу. Да, я понимаю. Вчера у меня было сильное побуждение от Господа, и мы изучаем эту книгу, становясь командующим богатством Завета. Но в нашей с тобой беседе на этой передаче действовал Дух Святой, и в помазании говорилось об определенных вещах Божьих. Господь положил мне на сердце сказать тем, кто нас слушает, что вы являетесь командующими богатством Завета. Да. Вам просто нужно применять это. На основании первых трех стихов первого псалма есть многие из вас, кто размышляет о Слове Божьем день и ночь. Вы не стоите на пути грешников. Вы не сидите в собрании развратителей. Вы не ходите на совет нечестивых. И Библия говорит в конце третьего стиха первого псалма: «Во всем, что он не делает, успеет». Это командующий. И поэтому для многих, кто не знает, что они являются командующими богатством Завета, благодаря этой передаче, этому времени, которое мы проводим с ними, помазание, которое поднимается через тебя и меня в этой студии, придет на их жизни так, как никогда раньше. И их финансовые проблемы, их финансовые недостатки, их личные вопросы, с которыми они пытаются разобраться финансово, уйдут в прошлое. Они командующие, которые учатся. Да. Они переступают через порог. Есть порог. Я верю, что вчера мы переступили через этот порог. Мы с тобой оба почувствовали в духе, что что-то произошло. Да. Что-то произошло, и кроме того, есть время от Бога. Мы знаем, что Бог вечный. Но что-то произошло здесь вчера, и я едва мог дождаться этого утра. Я едва мог дождаться сегодняшнего дня. Да, перешли в другую сферу. И как ты сказал, что вы являетесь командующими, которые учатся, но теперь вы знаете, что вы командующие. И теперь вы можете востребовать Божье обеспечение и ожидать, что Бог поможет. Потому что Он сказал «просите». Он ждет кого-то, кто будет знать свои права и востребует. Подобно женщине-серафиникиянке. Она была язычницей, но она сказала: «Я не отступаю, я не сдаюсь. Никто не выгонит меня, пока я не получу то, зачем пришла». Они называли ее собакой. Они собрались и смеялись над ней. Женщина сказала: «Я хочу увидеть Иисуса». И она оставалась там, пока не увидела Иисуса. Она отказалась быть оскорбленной. Отказалась быть обиженной. Фактически, все, что Иисус делал и говорил, было шагами к изменению ее мышления. И Он привел ее от собачьего образа жизни, сирофиникийцев. Скажу вам, если вы изучите это, то увидите, что те люди делали такое, что не передать словами. Да. На этой передаче нельзя сказать, какую жизнь они вели. Именно поэтому ее дочь и была одержима бесами. Да. И Иисус... В то время у нее не было завета с Богом. Он стыдил ее. Да. И она отказалась быть обиженной. Она просто сказала: «Ну хорошо, ладно. Да, но я не ухожу. Я не ухожу». Да. Вот к чему мы должны прийти, приводя в действие Божье обеспечение. Бог дал нам силу приобретать богатство. И она должна быть понята. Эта сила приобретать богатство должна быть понята. Знаешь, что я вижу? Молодого курсанта, молодого офицера. Он командующий, но он еще ничего не знает о командовании. Да. Он только что закончил школу. Поэтому сейчас он начинает обучение. Он командующий. Он генерал в процессе развития.
Вы не можете перепрыгнуть из курсантов в генерала. Вы становитесь лейтенантом, старшим лейтенантом, капитаном, майором, подполковником, полковником, генерал-майором, генерал-лейтенантом, генерал-полковником, генералом армии. Вы должны пройти этапы. И чем больше вы понимаете, и чем более вы послушны и верны в малом, тогда он сделает вас командующим над многим. Да. И это то, что мы делаем, верно, Лерой? Именно это. И я подумал о том, что, сидя на этой передаче, у нас есть 70 лет опыта. 40 лет твоего и 30 моего. Совершенно верно. Мы росли в звании. Да. Вы не можете спорить о том, какого цвета у вас кожа. Вот мы. Это не важно. Я просто показываю. Да. В Библии сказано, что Бог нелицеприятен. Вы не можете спорить из-за своего прошлого. Я вышел из фермерской среды. И мы не будем говорить, откуда я вышел. Это не важно. Для Слова Божьего это не важно. Мы провели какое-то время на улице, прежде чем попали сюда. О, да. Но Бог не обращает на это внимания. Да. Он уже обеспечил все кровью Иисуса. Поэтому мы пришли к такому моменту, когда вы двигаетесь и действуете в вашей жизни так, что все, что вы делаете, процветает. И именно тогда, я верю, это становится публично известным и получает огласку. Вот когда благословение Божье снисходит. И есть так много всего, что было принято. Есть страх перед тем, чтобы иметь избыток, изобилие, переливание через край в теле Христовом. Есть страх. Я думаю, что одна из вещей, которую я изучал, это страх перед деньгами. Многие люди испытывают страх перед деньгами, поскольку они думают, что если у них будет слишком много, Бог разозлится на них, и они не знают, каковы будут последствия. Но мы должны вернуться, брат Копланд, к 12 главе Бытия. Мы должны вернуться и посмотреть на Авраама, на то, что Бог сказал Аврааму. И я попросил своего секретаря, чтобы она сделала для меня копию того, что я выписал. Это очень просто. Но в первом стихе 12 главы Бытия сказано: «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего». И затем он сказал: «В землю, которую я укажу тебе». Есть земля. Есть земля процветания, земля переливания через край, земля избытка. Но сначала вы должны выйти, отделиться. Данный стих является этим отделяющим стихом в отношении всех ресурсов и источников, о которых вы думаете, что без них вы не справитесь. И тогда вы приходите в такое положение, когда полностью зависите от Бога. Затем он сказал во втором стихе: «Я произведу от тебя великий народ». И дальше он начал делать следующее заявление: «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое». И дальше: «И будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Это изобилие. Это изобилие. Но это понимание завета, понимание богатства. Если вы не поймете это послание, состоящее, вероятно, из пяти частей, которые он дал Аврааму: «Я благословлю тебя, я сделаю тебя благословением, я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Лерой, это прямое обращение к каждому, рожденному свыше христианину. Да. Потому что в послании к Галатам 3:29 говорится: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». По обетованию, да. Это все равно, как если бы Иисус говорил ко мне. Точно. И затем, если мы понимаем назначение Божьего богатства, избытка и переливания через край, что дело не просто в домах, землях и машинах, и Бог не против того, чтобы вы были благословлены, но все дело в племенах земных, в людях, слышащих Евангелие, в проповеди Евангелия, в людях, рождающихся свыше тысячами, имеющих возможность проводить такие конференции, как проводите вы, и такие собрания, которые провожу я, в том, что люди могут слышать Евангелие Господа Иисуса Христа. Это исполнение того благословения, того обетования, которое Он дал Аврааму. Исполнение этого. Вот почему тело Христово должно понять, что дело не только в вас,
Дело в том, чтобы весь мир принял Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот где происходит контакт с реальностью. Именно там, да. Это итог. Это итог. Это итог. И вам нужно быть достаточно зрелым, чтобы понять это, уразумев то, что он сказал Аврааму. И обетование, которое ты процитировал, это обетование принадлежит мне. И затем, брат Копленд, я пометил в сноске. Вот что главное. Бог желает, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Вот что главное. Во 2 Коринфянам 9:8 говорится, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью или благоволением, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство...» Теперь послушайте заключительную часть этого стиха. «Были богаты на всякое доброе дело». Богаты. 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 Да. Не еле хватало. Нет, богаты. Вы просто входите и говорите, «Хорошо, вот что мы будем делать». Вы никогда не спрашиваете, сколько это стоит. Вот что мы будем делать. Да. Потому что Бог сказал сделать это, Бог хочет, чтобы мы могли войти и сказать, вот что мы будем делать. Мы знаем, что у нас есть полная поддержка и полное обеспечение от Бога. Но чтобы сделать это, вы должны быть командующим богатством завета. Вы должны сознавать, что если вы в послушании, а в Библии сказано, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. В Иова 36:11 сказано, что он даст вам благополучие, если вы послушаете его. И когда человек убирает из своего разума мысли, что он чего-то не может иметь или делать, и начинает подчиняться Духу Божьему, тогда он сможет быть богат на добрые дела. Лерой, когда ты впервые узнал о том, что Бог благословит тебя финансово, пришлось ли тебе тогда заново учиться мечтать, когда ты начинаешь видеть себя выплачивающим долги людей, за их дома, и помогающим людям войти в бизнес, и выплачивающим долги церквей других пасторов и других людей в других местах, и так далее. Я вырос в семье, которая думала о процветании. Мой отец был убежден, что Бог хочет давать процветание своим людям. Но я также рос в этом доме, не будучи рожден свыше. Потому что к тому времени, как мне исполнилось 9 лет, я стал бунтарем. Да. Поэтому я вырос, зная, что я должен процветать. Но я был так беден, что не мог доехать до другого конца города. Я был настолько далек от этого, что оказался в таком положении, когда все, о чем я мог думать, это о том, чего у меня не было. Мне пришлось снова учиться мечтать. На самом деле, это надежда, которая рождается из Слова Божьего. И выходить за пределы стоимости бака, бензина моей машины. Выходить за пределы очередного платежа за дом. И тому подобных вещей. И понемногу, размышляя об этих местах Писания, как ты говорил вчера, я убрал все остальное из моего разума. Да, да. Мне пришлось делать то же самое. Я думаю, что христиане боятся мечтать. Они боятся даже думать таким образом. Знаешь, ты задал вопрос. И я слышу то, что ты сказал. Потому что когда я узнал, что Бог хочет, чтобы я преуспевал, тогда я наполнил свой дух Его словом о процветании. Я начал понимать Писание. Будучи пареньком-баптистом, я читал Библию много раз и стрепал много Библий, но не понимал и не видел этого. Я не видел этого, потому что у меня не было разумения увидеть это. Ты не искал этого? Не искал этого, просто пропускал это. Знаешь, я читал 22-й псалом, а у нас его всегда читают на похоронах. Из 22-го псалма проповедуют на похоронах, знаешь? Да. Но это не похоронный псалом. И когда я наполнил свой дух, я начал наполнять свой дух и наполнять свое сердце истиной о Боге в этой сфере. Потому что с точки зрения моей деноминации это было совсем наоборот. С традиционной точки зрения это было совсем наоборот. И многие из тех, кто нас слушает сегодня, должны услышать это. Наполняйте свой дух истиной. Что Иисус сказал об истине? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Она сделает вас свободными. Да, и апостол Иоанн написал Гаю, «Я рад видеть, что ты ходишь в истине». И именно поэтому в Слове Божьем сказано, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, из-за истины». Иисус сказал, «Если вы познаете истину, то истина сделает вас свободными, и вы будете действительно свободны». Я начал применять истину. Посреди традиционной, деноминационной среды в Луизиане я начал питать себя Словом Божьим.
Я достал кассеты. Твои кассеты, кассеты брата Хейгена, брата Орла Робертса, Фреда Прайса. Тех, кто проповедовал послание об искупительном процветании. О том, что Бог хочет, чтобы вы были благословлены. И я питался и питался ими день и ночь. Я питал себя так сильно, брат Копленд, что иногда я отключался, читая Библию. Я просто не мог двигаться дальше. Я питался этим, и затем размышлял над этим, и затем начал применять. Это был следующий шаг, который я сделал после того, как познакомился с истиной. Тогда моя вера высвободилась, чтобы начать действовать на основании истины. И урожай не приходит без даяния. Без семени нет жатвы, нет урожая. Нет. И я научился этому принципу. Я узнал, что Бог дает семя сеющему. Он не дает семя тому, кто не станет сеять. И очень часто люди удивляются, почему одни получают благословение, а другие нет. Им нужно понять Писание о том, что Бог имеет власть, и что вы должны подчиниться Богу и делать то, что Он говорит вам делать. И возвращаясь к месту Писания, которое я считаю кардинальным местом Писания для финансового чуда или любого другого чуда, Евангелие от Иоанна 2:5, на свадьбе. Это начало чудес. Да, да. Мария сказала, что скажет он вам, то сделайте. Что скажет он вам, то сделайте. Сделайте. Не было никакого смысла наполнять эти кувшины водой. Нет, нет, нет. Но смысл тут был ни при чем. Нет, он сказал это. Он сказал это, и точно так же вы должны поступать и с финансами. Знаешь, ты упомянул Фреда и Бетти Прайс, их служение. Мы с Глорией являемся их близкими друзьями уже более 30 лет. И Фред и Бетти Прайс приняли это тогда, когда они были в таком же состоянии, как и ты. Они провели годы в церкви, думая, что они должны быть нищими. Да. Не имели совсем ничего. И они сделали шаг в этом направлении, когда не было никого. Никто среди чернокожего населения вообще в это не верил. Да, абсолютно. И они доказали, что это никак не связано с расой, никак не связано с прошлым, никак не связано с культурным происхождением. Это связано с Библией, и это связано с верой. И они доказали это. Да. Шагнули вперед и доказали это. Да. Однажды я летел в Лос-Анджелес и был на частоте управления посадкой. Я подлетал. И там весь этот авиатранспортный поток. И я слышал, как другой человек заходил на посадку, и зная, что он сказал о своем местонахождении, он сказал, это, я назову придуманные позывные, они были другими, но он сказал, посадочная служба, это 1, 2, 3, 4, Виктор. И он сказал, я захожу на посадку со стороны купола веры. Слава Богу. Я подумал, да, да. Даже самолеты, прилетающие в большую долину Лос-Анджелеса, рапортуют: «Захожу на посадку со стороны купола веры». Я подумал, это мой человек Фред. Да. Он изменил авиационные круги в том месте. Да. И даже не знал об этом. Он не стремился это сделать. Он не посылал никому писем и не говорил, «Вы должны нанести купол веры на ваши карты». Это определило место на этих картах. Да. Почему? Потому что это самое большое строение во всем этом районе. Когда вы становитесь командующим, вы командуете. Я захожу на посадку со стороны купола веры. Я чуть и самолета не выпрыгнул. Да, конечно. Скажу вам, я многому научился в то время. И я наполнял свой дух и питал себя через таких людей, как Фред, как ты. Просто питал себя этими посланиями на кассетах, слушал их днем и ночью. Ложился в кровать, слушал это в машине. Просто питал себя Словом Божьим, и оно созидалось внутри. И я начал делать то, что Бог сказал мне делать. Я по-прежнему так делаю, Лерой. Да, я по-прежнему это делаю. Я питаю себя проповедями на кассетах. Да. Я питаю себя исцелением для моего тела. Да. Я питаю себя проповедями, которая вдохновляет меня. Я питаю себя проповедями о том же, о чем мы говорим здесь. Я питаю себя твоими проповедями. Да. Я питаю себя твоими книгами. Я питаю свой дух этими вещами. Это будет возгревать помазание вас. Возгревать помазание вас. Возгревать некоторую информацию, которая уже в вас, прибавлять к вам, потому что пока вы остаетесь учащимся, в Исайя 48:17, в одном из переводов Библии говорится, «Я буду учить тебя полезному до тех пор, пока твой дух будет открыт к учению». И вот еще одна хитрость врага.
Когда человек начинает учиться и достигает определенного уровня, то он закрывается от всех, потому что думает, что уже знает это. И я вижу в твоей жизни то, что ты остался учащимся. Я остался учащимся, Фред Прайс остался учащимся, и поэтому ты всегда учишься. Это настолько огромный объем истины Божьей, так много откровения, что оно никогда не закончится. Позволь мне рассказать маленькую историю. Я был, конечно же, студентом в университете Орла Робертса. И также был членом летного экипажа брата Робертса. И так далее. И я был неграмотен в писаниях. Вот с чего началась моя студенческая жизнь в обучении. Я услышал кассеты брата Хейгена, пока был там. И я начал изучать это. И вот, несколько лет спустя, когда я уже был в служении, оно развивалось, мы стали делать радиопередачи и еще некоторые вещи. Брат Робертс позвонил и попросил меня приехать и проповедовать в церкви при университете. Я был так рад. Можешь себе представить? Да. Вы хотите вернуться домой и выглядеть хорошо? Да. Я поехал туда и просто проповедовал и учил о вере. После служения он сказал, «Я хочу, чтобы вы поехали к нам домой и пообедали вместе с нами». А нам еще предстояло проводить еще вечернее служение. Я сказал, «Слава Богу». Мы вошли. Он снял туфли, взял Библию и сел на пол посреди гостиной. И у него были блокноты его Библии. Итак, вот мой духовный отец. Вот апостол исцеления. И он сидит там на полу. Он сказал, снимайте обувь и садитесь на пол вместе со мной. Глория, садись здесь. И он сказал, Эвелин? Эвелин сказал, Орл, я не сяду на пол. Я сяду вот здесь в кресло. Он сказал, хорошо. И вот мы сидим. Он открыл свою Библию, Лерой. И он взял свою ручку вот так и сказал, научите меня о вере. Научите меня о вере. Я сказал, вы, наверное, шутите. Мне учить вас? Я не стану этого делать. Я не буду сидеть здесь и учить вас чему-то. Я могу попытаться научить вас летать на самолете, но я не стану учить вас ничему из Библии. Нет. Он рассердился на меня. Он сказал, послушай меня. Ты смотришь на самого голодного по Богу человека на всей земле. И вы научились некоторым вещам о вере, которые я должен знать. Теперь будьте послушны. Обратитесь к Библии и научите меня тому, чему вы научились о вере. Да. И мы закончили тот день, и он сказал, «Богу да будет слава». И он начал молиться. И сказал, «В первый раз, когда я буду проповедовать этот материал, я сошлюсь на тебя. А потом уже все». Вот Орл Робертс. Да, пророк Божий. Хочет, чтобы один из его студентов научил его чему-то. Да. И он такой. Он такой с тех пор, как я его знаю. Я был рядом с ним и слышал, как он говорил то же самое. Подобные вещи. Наше время подошло к концу. Завтра, если Господь не придет, мы вернемся к этому. Аминь. Если Он придет, то Сам продолжит с того, на чем мы остановились. Все будет в порядке. Аминь. Да, все будет в порядке. Мы вернемся через минуту. Время, которое мы провели на прошлой и этой неделе, было необычным временем в духе. И мы говорили о том, чтобы становиться командующим богатством завета, которое Бог... Хорошо, давайте помолимся. Отец, мы прославляем Тебя. Славим и благодарим Тебя. И мы поклоняемся Тебе. Мы принимаем сегодня откровение, и мы будем ходить в нем. Мы сразу же будем применять его к своей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу, брат Лерой. Это было особенно. Да, да. Вся прошлая неделя и вся эта неделя были особенным временем. Веди нас в том, что есть у Господа для нас сегодня. Независимо от того, что происходит, брат Коупленд, тело Христово должно знать, что поскольку вы чадо Божье, вы не окажетесь внизу. Вы увидите в эти дни, это уже началось, последние дни. Дни голода, дни землетрясений, пожаров, наводнений, убийств. Происходит очень многое. И тело Христово должно знать, что у Бога есть обеспечение для своих детей. Люди будут в депрессии, будет приходить много угнетения, но это не для детей Божьих. Чадо Божье должно встать и ходить сейчас в своем завете, прославлять Бога, доверять Ему о своем обеспечении. Я хочу начать с 22-го псалма. Лерой, я думаю о том, что Господь,
сказал Эсфири. Мы рождены для такого времени, как это. Прекрасное слово. Вот где мы, и вот кто мы. Мы самое сильное поколение в истории этой планеты. Рождены для такого времени. Рождены для этого времени. Ты привел меня к еще одному месту Писания. Посмотрим, найду ли я его. Когда ты сказал это, рождены для такого времени, как это, 101-й Псалом, а затем мы перейдем к 22-му Псалму. Я собираюсь открыть его, но когда ты сказал это, то всплыло место Писания, 101-й Псалом с 13 по 15 стихи. С 13 по 16 стихи. 101-й Псалом. Хорошо. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом. Сион — это церковь. Ибо время помиловать его, ибо пришло время. Боже мой, да. Да. Это соотносится с тем местом Писания, которое ты упомянул. Оно время пришло. Есть установленное время для тела Христова, чтобы Бог явил себя могущественно для тех, чье сердце совершенно по отношению к Нему. Поэтому написано, что время пришло. «Ибо рабы Твои возлюбили и камни Его, и о прахе Его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей». Когда человек знает, как применять принципы Божьи, то те времена, которые называют плохими временами, станут хорошими временами. Это будет хорошее время, чтобы показать Божью руку в действии. Это время, это год, когда церковь начнет подниматься, Сион начнет занимать свое место, и народы начнут понимать, что они нуждаются в Боге. Поэтому мы должны поддерживать свою веру, мы должны поддерживать наше упование на Бога в эти времена. Мы не должны ослабевать, мы не должны становиться боязливыми. Бог всегда избавлял. Он избавил Даниила, Он избавил трех еврейских юношей, Он избавил народ Израиля, и Он, в конце концов, освободил Господа Иисуса Христа из мертвых. Боже мой. Поэтому вся сила в Его руках. Мы должны держать это на переднем плане нашего разума. Я думаю, что это послание последнего времени. Послание о богатстве, послание об умножении — это послание последнего времени. Потому что будет много бедствий, мирская система сделает много обескураживающих заявлений. Даже правительство не знает, что сейчас делать. Все, что я слышал в конце прошлого года, это «Мы разорены, у нас недостаточно денег». И несмотря на то, что тратятся миллионы долларов, этих денег недостаточно, чтобы помогать во время катастрофы того, что происходит сегодня. А происходит вот что. По состоянию мирской системы будет явно видно, что даже хотя они и думали, что у них много денег, на самом деле у них недостаточно денег, чтобы сделать это. Лерой, даже если у тебя есть деньги, но ты так запутался, что не знаешь, что с ними делать, посмотри, что произошло после урагана Катрина и других ураганов. Те люди делали все это не из-за отношения к определенной расе. Они делали все это потому, что были настолько сбиты с толку, что не знали, что делать дальше. У них не было мудрости Божьей. Не было. Тьма объяла их. Они мешали друг другу, они утонули в бумажной работе. И вы удивляетесь, почему правительство не может прийти сюда и сделать что-то. Вы понимаете, сколько бумажной работы они создали? Сколько нужно было подготовить всяких документов прежде, чем они смогли бы дать вам или мне, или кому-то еще маленький жилой автоприцеп, или что-то еще. Но у них нет времени, чтобы сделать все это. Эта система так запутана, что они не знают, что делать дальше. Я говорил это раньше, и повторю еще раз, что у Бога были люди в теле Христовом наготове, которые верили Ему о таких временах 25, 30, 40 лет, как мы. Знали, что делать. Мы вышли вперед, у нас были деньги, и мы пришли. Боже мой. Я разместил на нашем сайте информацию. Партнеры помогают партнерам. И мои партнеры ответили на призыв. Пэт Роберсон обратился к миссии «Операция благословения». Его партнеры ответили на призыв. И Бог благословляет, Бог движется. Мы приехали туда, и там была одна маленькая семья. Большое старое дерево лежало на крыше их дома. И они не знали, что с ним делать.
Да. И пришел мошенник. Он пришел и сказал: «Да, я уберу это дерево с вашего дома и другие деревья с вашего двора, но это будет стоить вам 15 тысяч долларов». Да, да. Они выписали этому мошеннику чек. А он даже не убрал деревья. Он просто убежал с деньгами. Хочу сказать вам кое-что. Наполненный Духом Святым верующий помог поймать этого негодяя. И операция благословения приехала туда с большим подъемным краном. Убрали его. Один из моих партнеров помог им найти и привезти его туда. Они поймали того мошенника, и шериф порвал тот чек. И они приехали с краном и убрали те деревья. Слава Богу. Убрали их со двора и сказали: «Воздайте Господу хвалу и благодарность». Воздайте Господу хвалу. Вот кто мы. Аллилуйя, вот кто мы. И мы должны быть на месте, брат Коупленд, чтобы сделать это. И это было время молитвы, время верить Богу. Но у нас не было времени начинать молиться о деньгах, чтобы сделать такие вещи. Мы были бы в таком же смятении, как и все остальные. Мы бы сидели там и ждали, пока правительство сделает это. Приходит больше давления, но также приходит и больше силы. Повтори это еще раз. Приходит больше давления, но также приходит и больше силы. И мы стоим в силе крови Иисуса, в силе и власти имени Господа Иисуса Христа. Мы те, от кого Бог ожидает, что мы увеличим скорость и заявим, что Он единственный живой и истинный Бог. Время пришло. Это Дух Святой. Время пришло, потому что есть так много других богов, которые поднимают головы и заявляют, что они равны всемогущему Богу. И сейчас Отец Небесный готов показать действие своей руки так, как никогда раньше. И Он будет использовать для этого часть своего народа. Я чувствую помазание, брат Коупленд. Он будет использовать часть своего народа, чтобы высвободить эту силу, чтобы явить действие своей руки миру, правительству, всем. И перед именем Иисуса должно преклониться всякое колено, и всякий язык должен его исповедовать. Пришел день, когда больше не люди имеют власть, но сила, дух, помазание, откровение, понимание, мудрость, благость и милость и благодать Божья будут иметь власть. И люди, которые знают, как использовать свою веру, это те, кто будет двигаться. Да, в этом. Они будут двигаться в этом. Я думаю о Джесси и Кэти Дюплантис. Да. Джесси родился и вырос там. Да. И вот его церковь. В 3 километрах от этого места зона бедствия. Да. У Джесси и Кэти даже ни одно дерево не сломалось. Да. Никаких повреждений от наводнения. Они восстановили электроснабжение через несколько дней. Посмотри, к чему это привело. Вот служение Дюплантисов. Церковь, их дом. Они эвакуировались, но они молились, они верили Богу. Бог отодвинул эту бурю, и вот там была еще одна церковь, ходящая в процветание, полные веры люди, оказавшиеся прямо посреди этого. Он не успокоился и не сказал: «Ну, слава Богу, нас это не коснулось». Нет, нет, нет. Они начали действовать. Они собрали материальную помощь. Они благословили людей. Они заполнили свою парковку, заполнили церковь вещами, пищей и одеждой, и всем, что было необходимо тем людям. Вот в каком состоянии должна была быть церковь еще до того, как ураган пришел туда. Точно. Джесси и Кэти, они благословение. Это служение сильнее, чем некоторые о нем думают. Да. Прямо посреди всего. Это потрясающе, что они были из Нового Орлеана, но Бог позаботился о них. Да. Бог позаботился о них. Они воздают Богу славу. Бога. Должна быть команда помощи в бедствиях в каждом городе, в каждом округе, в каждом городке в этой стране, в каждой стране мира. Всегда. Всегда. И я верю, что это время приходит. Я тоже. Я верю, что именно поэтому Бог прилагает усилия, делает ударение на этом так сильно для тела Христова. Выходите, войдите в мое обеспечение, войдите в мою мудрость, войдите в мои принципы. Не бойтесь, не страшитесь избытка или переливания через край. Потому что у меня есть, где я хочу это использовать. Это не ради вас. Это не только ради вас. Я хочу, чтобы это у вас было, когда наступит такое время. Да. Вы сможете выйти вперед и сказать: «Мы справимся с этим». Когда это случилось, церковь Чарльза Грина находилась прямо посреди этого. Здание сильно пострадало. Чарльз смотрел новости по телевизору, когда та группа наркоманов стреляла по вертолетам.
И когда Чарльз смотрел те новости по телевизору, то громко закричал: «Это мое будущее собрание! Аллилуйя! Я отправлюсь за ними! Я отправляюсь за ними! Я отправлюсь за ними! Да, слава Богу! И вы увидите, как сверхъестественная сила Божия поднимет эту церковь и сделает ее лучше, чем она когда-либо была. Она прямо в центре. Да. Она станет бьющимся сердцем Нового Орлеана». Есть человек по имени Рон Уокер. Пастор церкви, один из моих духовных сыновей. Он сеет мое служение, дает десятину, и он постоянно сеет в меня. И ураган не коснулся его церкви. Ветер только лишь сорвал что-то незначительное. И он был у меня несколько дней, когда мы с ним проводили служение, и сказал: «Отец, я не живу в режиме выживания». Он сказал: «Я живу в режиме Царства Божьего, мне не нужны подачки». Он сказал: «Бог позаботится об этом». И он оставался у меня около 3 недель. Однажды утром он проснулся и собирался в церковь. На служение он сказал: «Отец, я поеду домой, потому что пришло время снова начинать церковь». И он снова начал церковь. 3 недели спустя у него все удвоилось. Послушайте это. Все удвоилось. Прямо посреди всего этого все удвоилось. Он сказал: «Отец, мои финансы удвоились. Бог позаботился обо мне». Он сказал: «Перед моим домом уже было совсем немного воды. Бог позаботился о моем доме и о моей церкви, и все хорошо». Слава Поэтому Богу. Джесси на этой стороне, Рон на другой стороне, и Бог позаботился о них. И Чарльз Грин в центре. И как много еще других, о которых как много мы пока не знаем. О которых мы пока не знаем. Но то, что делает Бог, бедствие, подобное этому, открывает чистый лист, Лерой. Да. И остаются Божьи люди, которые знают, как двигаться в вере, и двигаться в духе, и двигаться в Божьем направлении для данного момента. Да. И когда это происходит, это все меняет. И это не те, которые выживают, а те, которые восстанавливают. Да. Неемии. Да. Они начинают становиться центральными фигурами в районах. И именно там приходит обеспечение от Бога. И Бог использует их как канал. Помазание переливания через край. Господь говорил ко мне о помазании умножения и о помазании переливания через край. Есть помазание переливания через край. И я говорил тебе о 22-м псалме. В Писании говорится: «Ты приготовил предо мною трапезу». Псалом 22:5. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою». Затем в конце этого 5 стиха говорится: «Чаша моя преисполнена». Это переливание через край. Переливание через край. Это переливание через край в присутствии ваших врагов, а не на небесах. Я знаю, чаша моя преисполнена в присутствии врагов. В присутствии ваших врагов. Это значит прямо здесь. Боже мой. И когда неверующие видят, что у Божьего народа переполнена чаша, и они живут хорошо, знаешь, в той катастрофе добро было сделано не только для церкви, не только через церковь, но церковь помогла многим людям, которые не были в церкви, благословила и обеспечила людей. Поэтому это место переливания чаши через край, которое у нас есть в Боге, и мы еще не поговорили о 111-м псалме. Там сказано, что изобилие и богатство будут в домах тех, кто верует. Это Слово Божье. Это сказал Бог. Это обилие богатства в доме тех, кто послушен Ему, чтобы Бог мог использовать их для всего того, для чего Он хочет их использовать. Ты согласен с этим? Да. И затем говорится: «Цели Царства Божьего в последнее время». Почему каждый верующий должен ходить в богатстве? Я написал это. Господь показал мне цели Царства Божьего в последнее время. Я думаю, что это последнее время. Если вы поговорите с такими людьми, как Орел Робертс, такими, как ты, людьми, которые во главе этого уже долгое время, то все мы понимаем, что это последнее время. Знаешь, Лерой, вот еще кое-что. Кто-то спросил Глори об этом. «Вы уверены, что это последнее время?» Она сказала: «Скажу вам одно, я уверена, что в любом случае это мое последнее время». Да, да, да.
Это мое последнее поколение. Да. И для всякого другого тоже. Да. Мы должны выполнить это в нашем поколении, верно? Да. Аминь. Абсолютно. Вокруг лучше не становится. Нет, нет, нет. Но это возможность. Это возможность для Бога показать себя сильным через церковь. Да, и неважно, когда все закончится. Через год, через два, через 10, 20, 30 лет. Иисус сказал, что если бы время не сократилось, никто бы это не смог пережить. И постепенно становится все хуже и хуже. И уже не будет возврата к какому-нибудь облегчению на 10 лет, пока все правительства не станут хорошими. Да. Нет, здесь по-прежнему действует террорист сатана, пока Иисус не бросит его в яму. Но мы постоянно должны становиться сильнее. Да, но люди повернулись лицом к правительству и отвернулись от Бога. Боже мой. И Бог говорит, я собираюсь показать вам, что никто не сможет сделать это, кроме меня. Поэтому вы должны отвернуться от естественной помощи и обратиться ко мне за сверхъестественной помощью. Вот что сегодня происходит. Лерой, вот что сегодня происходит. Я увидел кое-что в духе, когда ты это сказал. Мы можем поставить Бога в сложное положение, несмотря на то, что мы так сильно любим нашу страну. Мы можем поставить правительство в очень сложное положение, делая правительство Богом нашего обеспечения. И даже если вы любите Бога и прославляете Его каждый день, но в вопросе восполнения ваших нужд вы уповаете на правительство, то этим самым вы ставите собственную страну в сложное положение перед Богом. Ставите Бога в сложное положение, в котором Он не может благословить это правительство, потому что вы сделали из них Бога. И вы подчиняетесь этому правительству больше, чем вы подчиняетесь Богу. И когда вы таким образом подчиняетесь правительству, тогда вы подчиняете свое служение правительству. Бог да благословит правительство, но у правительства есть свое место. Правительство находится под Богом. Вы ставите правительство в плохое положение. Вам лучше поверить в это. Вам лучше поверить в это. Лерой, я вижу это. Я знаю церкви, которые так поступают. Вы перестаете верить Богу так, словно принципы и Слово Божье не работают. Словно Бог не может исполнить то, что Он сказал, что исполнит. И вы смотрите на людей. У меня есть место Писания на эту тему. Иеремия, 17 глава. Иеремия, 17 глава. Я верю, что эта передача и эти слова должны дойти до тела Христова, дойти до людей, которые верят Богу. Иеремия, 17:5. Вот оно. Так говорит Господь. Уже об одном этом можно восклицать. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Это так ясно, брат Копленд, и дальше говорится. Он будет, как вереск в пустыне, 6 стих, и не увидит, когда придет доброе. В одном из переводов Библии говорится, он не увидит, когда придет процветание, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Но я прославляю Бога, что автор и Дух Святой не остановились на этом. Посмотрите 7 стих. «Благословен, наделен силой, чтобы процветать человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной». Аллилуйя. Не знает, не увидит, не почувствует, когда зной, когда приходит спад, когда все выглядит как полный беспорядок. Люди, которые полностью уповают на Бога, не почувствуют и не увидят этого, потому что это не может их коснуться. Бог использует их. Бог начнет использовать их, чтобы помочь кому-то, кто не может видеть. Теперь Бог использует их, чтобы помочь другим. Да. Что в свою очередь
принесет им умножение, потому что давайте и дастся вам. Аллилуйя. Я имею в виду, система просто работает. Это переполнение вашей чаши. Его чаша переполнена, поскольку этот человек знает, и поэтому этот человек хочет делать все, что Бог говорит делать. И когда он делает это, приходит Бог. Он приходит. Он приходит. Но Господь не хочет, чтобы человек уповал на людей. Он не хочет, чтобы он уповал на эту систему. Он хочет, чтобы человек уповал на Него. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Он направит стези твои. Лерой. Иеремия 17, с 5 по 8 стихи. Тело Христово. Вот оно. Это слово для сегодняшнего дня. Да, это слово для сегодняшнего дня и того, что происходит. Людям нужно питаться этим. Вот оно. И я могу видеть, что все благословения, в которых мы ходили все эти годы, все это было для настоящего времени. Для настоящего времени. Да, мы ближе, чем мы когда-либо были. Да, мы ближе, чем были когда-либо. И тело Христово. Я молю Бога, чтобы эти две недели поставили твоих и моих партнеров, а также людей по всему миру, перед тем фактом, что все начавшееся, все, что начало происходить в мире, это всего лишь исполнение Библии. И это послание о богатстве мы учим также о многих других вещах. Ты знаешь это, брат Копленд, о вере, мы учим о любви. Все это соединяется вместе. Это различные направления, на которые Бог поставил нас. Я пытаюсь объяснить это, чтобы тело Христово поняло, почему я учу так много о богатстве. Все потому, что Бог дал это помазание, богатство мне. И я увидел, как оно принесло проявление богатства. И затем Он послал меня к телу Христову, чтобы поделиться этим с телом Христовым и сказать, чтобы они не боялись этого, поскольку Ему необходимо, чтобы они ходили в этом. Есть определенный элемент таинства в богатстве Божьем. Есть определенные принципы, которые вы должны использовать, чтобы получить проявление богатства. И также есть образ мышления, который должен занимать свое место, чтобы финансовые чудеса происходили в вашей жизни. Но когда мы говорим об этом, в эти последние дни нам придется позволить этому богатству течь, позволить Божьему богатству течь, и мы никоим образом не принижаем правительство или кого-то еще, но каждому человеку лучше стоять на своем месте. И Бог говорит: «Ищите прежде Царство Божьего и праведности Его, и все это приложится вам». Когда вы делаете это, тогда правительство может быть благословлено. Да. И все остальные учреждения, которые пытаются помочь людям. Да. Но никто не может занимать место Бога, Лерой. Вы не можете делать это и процветать. Нет, потому что Бог должен иметь приоритет. Он должен быть на первом месте. И церковь должна являть свою силу, чтобы мир мог видеть, что Бог все контролирует. Когда я говорю, что Бог все контролирует, то все происходящее вокруг — это мирская система. Но Бог все контролирует. Когда Его принципы, Его Слово стоит на своем месте, когда Его служители выступают в вере, тогда Бог может управлять ситуацией. Нет недостатка, нет голода, нет недостатка, нет бедности. Когда я так говорил, один человек сказал: «Разве ты не видишь всех этих бездомных детей? Я знаю обо всем этом, но я также знаю, что Бог обеспечил благословение для всех». Здесь уже есть больше, чем достаточно. Есть ресурсы, чтобы выполнить работу. И это не коммунистическая идея. Нет. Когда у одного человека слишком много, а у другого недостаточно, тогда нужно взять то, что есть у этого. Нет. Я говорю об избытке, который Иисус пришел обеспечить, чтобы вы не шли и не забирали у того человека. Такой человек под Божьим помазанием начинает давать это. Когда он начинает давать это, то по мере того, как он дает, ему будет дано мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной. И когда он дает сюда и учит этого человека, как давать, как верить, как ходить в этом, тогда он и сам начинает возрастать. Мы вернулись к посланию к Ефесянам 3:20. Да. «А тому, кто действующий в нас силу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». И это сила, это понимание или признание того, что избыток есть везде, что Бог является Богом избытка. Но мы должны осознавать это, и мы должны знать, что Он любит нас настолько, что хочет, чтобы мы были каналами, которые Он сможет использовать, пока все это не придет к концу.
Все это должно прийти к концу, вся эта система придет к концу. Да. И когда она придет к концу, когда она свернется, тогда Царство Божье заполнит все это место. Мы знаем это, но сейчас мы должны заниматься делами нашего Отца. И для того, чтобы заниматься делами нашего Отца, его обеспечение должно быть понято, принято и взято. И тогда мы действуем как командующие, овладевая всем, пока он не придет. Овладевая всем, пока он не придет. Да. Когда мы учимся и развиваемся, тогда Бог начинает доверять нам больший уровень командования. Вы становитесь верными в малом, он делает вас управляющим, командующим над многим. Да, это здорово. И это многое растет все больше и больше и больше. И вы остаетесь верными и верными и верными. И часть этой верности в том, чтобы учить бедных людей тому же, что знаете вы. Да. Потому что если человек рожден свыше, если он знает Иисуса как Господа и Спасителя, тогда он является командующим в процессе обучения. Он может точно не знать этого, но он им является. Когда мы открываем это тем, кто нас сейчас слушает, тогда каждый из них знает. Я являюсь командующим Божьим обеспечением в процессе обучения. И чем больше я учусь, тем больше я становлюсь командующим. Да. Сатана пытался скрыть это. Он потратил всю свою жизнь, пытаясь скрыть это. Потому что он знает, что как только тело Христово, возвращаясь к тому, о чем мы говорили на прошлой неделе, принципы Слова Божьего, сила молитвы, соединенная с Божьим обеспечением, тогда это Евангелие будет проповедано. Бесы будут изгнаны, больные исцелены, и Бог совершит прорыв по всему миру, и дьявол окажется на своем месте, то есть под нашими ногами. И слава Божья взойдет над всем миром. Над всем миром. Это же свидетельство, верно? Это свидетельство. Вам лучше поверить в это. И тогда придет конец. И тогда придет конец. Вот что он сказал. Да. Это все будет проповедано во свидетельство. Или другими словами, явленное всем народом, да. Явленное свидетельство, доказательство. Вот что такое свидетельство. Да. Явленное свидетельство. Да. Каждый народ увидит это, Лерой. Да, да. И слава Божья взойдет, вся его благость. Это делает вас свидетелями. Да. Чем больше вы знаете об этом, тем больше вам нужно свидетельствовать об этом кому-то еще. Вы становитесь каналом его силы, его богатства, его слова. Вы не источник, но вы канал от источника. Он есть источник. Есть только один источник. Один источник. Он есть источник. Но он использует различные каналы, церкви, народы, семьи, до тех пор, пока мы не победим. Вся земля будет благословлена. Ты помнишь, мы говорили вчера об Иеремии 17:5, чтобы не полагать свое упование на людей. Те, кто полагает свое упование на людей, даже не увидят процветания Божьего. И один из стихов, которые запали мне в сердце и разум, находится в 13 главе Евангелия от Матфея, где Иисус говорит о тайнах, что нам была дана способность понимать тайны. О, да. И это ключ к тому, чтобы стать командующим богатством. Командующим богатством Завета. Вы должны вложить это в ваше сердце. Когда Иисус рассказывал притчу о сеятеле, сеющем семя, и рассказывал о трех различных видах сердца и трех различных видах проявлений, но откройте 13 главу Евангелия от Матфея 11 и 12 стихи. Это сильные стихи. Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». И когда мы начинаем действовать в этом царстве, следующий стих говорит, «Ибо кто имеет...» Кто имеет что? Кто имеет способность понимать, что говорит Дух Святой, и подчиняться этому, тот начинает ходить в знании откровения. Когда человек начинает ходить в знании откровения о делах Божьих, тогда он начинает ходить выше обстоятельств этого мира. Такой человек занимает положение для того, чтобы произошли три вещи. 100% победа, отсутствие возможности для поражения и знание,
что Бог контролирует все обстоятельства. Да. Поэтому, когда вы начинаете ходить в тайнах, знаю, что я слышу. Да. Ищите прежде Царство Божьего. И затем ты прочитал это здесь. Потому что вам дано знать тайны Царствия Небесного. Это тайны. Но для Бога они не являются тайными. Нет. Они являются тайнами для этого мира, который не знает Бога. Или для рожденных свыше людей, которые не ходят в том откровении, которое было дано им. Верно. Либо в неведении, либо в непослушании. Да. В одном из двух. Или в неведении, или в непослушании. Недостаток видения и недостаток знания. Из-за недостатка видения вы умираете. Да. Истреблен будет народ мой за недостаток видения. Разрушен, да. Во мне горит то, о чем ты только что сказал. Ты сказал, вам дано знать тайны. Тайны. Царствия Небесного. Давай просто возьмем то, что еще сказал Иисус. Он сказал прямо здесь, в Евангелии от Матфея. Фактически, он уже сказал следующее перед тем, как сказал это. Просто соедините это вместе. Возьмите этот стих и вставьте сюда. Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им... Они не знают этого. Если вы не знаете Иисуса как Господа, а это этот мир, они не знают этого. Поэтому... Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам. И теперь вы можете взять это. Да, верно. Верно? Да. И вы не можете позволить этой мирской системе контролировать, потому что эта система не знает тайн Царства Небесного. Следовательно, мирская система придет в тупик. Мирская система упрется в стену, которую не сможет пробить. Но вы зовете Иисуса Навина. Иисус Навин видит падение стены еще до ее падения. Потому что вера восклицает уже тогда, когда стена все еще стоит. Это возвращает нас к тому, о чем написано в книге Деяний. Когда они заметили Петра и Иоанна, то сказали, что те были невежественными и необразованными людьми в своей иудейской культуре и образовании. Но сказано, что они отмечали, что они были с Иисусом, зная, что у них была сила, которая выше той силы, в которой действовали они. Поэтому тело Христово, когда мы смотрим Евангелие от Матфея 13:12, «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Мы сейчас как раз здесь. Тот, у кого есть контакт с Богом, кто понимает завет, изучает завет, это тот, кто одержит победу. Первые будут последними, и последние будут первыми. И процесс перестановки и изменения, о котором ты говорил... Это происходит прямо сейчас. Эти перемены происходят сейчас. Бог делает это. Да. И самые невероятные люди поднимутся вверх. Это будут мужчины или женщины, которые просто скажут, «Бог, я люблю тебя. Иисус, Господь, я верю в кровь Иисуса, веди меня туда, куда ты хочешь меня вести». И они будут подниматься. И это будет не благодаря ученой степени, образованию, тому, что кто-то знает кого-то. Это будет не благодаря цвету кожи. Это просто будет кто-то, кто сосредоточился на Боге и готов идти. Тот, кто учился где-то на задворках пустыни. Вы никогда их не видели, потому что Бог дает вам возможность изучать. Я не знаю, как я сижу в этой студии сегодня. Знаешь, я просто изучал и проставлял. Я никогда не представлял себе, что буду сидеть здесь с Кеннетом Коупленом, сидеть рядом с тобой в твоей студии, проповедуя Евангелие на национальном телевидении. Здесь есть и вторая половина. Я сам не знаю, как я попал в эту студию. Я знаю, как это пришло. Да, верно. Но с естественной точки зрения... Это слава Божья. Боже мой. Это снова ожило в моей памяти, когда ты говорил. И я помню, дано знать тайны. И Господь сказал нам сделать кое-что. И это было много лет назад. У меня не было денег. И Он сказал мне, верь об этом, ты должен иметь это. Верь об этом. Первое, что пришло мне на ум, а я знал, сколько денег потребуется, чтобы купить это, потому что он говорил мне о конкретной вещи, и я уже знал, сколько эта вещь стоит. Это было более 100 тысяч долларов. А все, чем владело наше служение на тот момент, не стоило и 100 тысяч долларов. Да, я был в такой ситуации. Я подумал, что?
Хорошо. Я потом сразу же согласился. Он расширял тебя. Но я просто ехал по дороге, размышлял и думал об этом, и знал, что нет ничего сложного для Бога. Но я не знал, что делать дальше. Да. Я знал о вере. Да. Я знал, что нужно обратиться к Слову Божьему. Я основывал все на Слове Божьем. И именно поэтому Господь позволил мне верить об этом. Но что мне теперь делать? Каким образом Господь даст мне такое количество денег? Я не позволял себе думать об этом в негативном ключе. Поэтому я пошел дальше и сказал: «Знаешь, я верю, что получаю это, Господь». И затем просто размышлял над этим. Что мне делать? Как мне исповедовать это? Каков мой следующий шаг? Я просто продолжал натыкаться на стену, знаешь. Ну, все это не стоит так уж много. Я ехал в машине по городу, примерно в полдень, остановился на светофоре, сижу и жду, когда он переключится на зеленый свет. Я просто размышляю об этом. И это просто начало течь. Словно вы достали пробку, и это начало подниматься вверх. Подниматься вверх. И вот что это было. «Давайте, и дастся вам, меру и добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Я сказал: «Почему я сижу здесь и сомневаюсь?» Вот в чем секрет. Вот как вы все получаете. Что произошло? Тайна раскрылась в моем разуме. Да. Я подумал: «Да». И я начал считать, я начал отсчитывать, исходя из 100 крат. Сколько мне нужно? Мне нужно это. Если это 100 крат, тогда какое мне нужно семя? И я начал считать. У меня на тот момент не было такого семени. Но он дает семя сеющему. Он дает семя сеющему. Да. Но я посеял столько, сколько у меня на тот момент было. И пришло что-то еще, и я снова посеял это. Приходило что-то еще, и я сеял это. И приходило что-то еще, и внезапно, Лерой, это была одна из тех внезапностей. Одним утром я вошел в офис, и деньги были там. Я набрал телефон, позвонил, мне привезли эту вещь, я оплатил ее, и я жертвую, и отдаю десятину. Со мной происходило то же самое. Ты говоришь о наших счастливых днях. Со мной было то же самое. Но все это возвращается вот сюда. И этот же самый процесс продолжается уже более 40 лет. Знаешь, тайна, процесс даяния по-прежнему является тайной для многих в теле Христовом. С точки зрения логики, это не имеет смысла. Вам нужно так много, у вас есть вот столько, и кажется, что вам нужно держаться за это, потому что вы собираете на то, что вам нужно. Но Божья система работает не так. Следовательно, это тайна. Я знаю, что даяние — это тайна, потому что я вращался в разных кругах. Я был в католической церкви, в баптистской церкви, в движении Слова Веры. Я был в различных деноминациях и видел разные тайны в даянии. У людей нет откровения, полного откровения о даянии. Многие в теле Христовом понимают это, но когда есть почва или когда открывается дверь возможности, Бог дает поручение или проект. И вы получаете свидетельство в своем духе, что это ваша почва. Вам нужно войти в это. Глория помогла мне в этом. Да. Она сказала следующее. И я слышал, как она говорила это несколько дней назад. Она служила в церкви, и я услышал, как она сказала это. Она сказала: «Подчинитесь Слову Божьему. И начните говорить верой, начните говорить Слово Божье, и сейте ваше семя». Она сказала: «Если вы отложите в сторону все сомнения и просто останетесь в вере, даже тогда, когда ваш разум этого не понимает, вы сказали слово какое-то время тому назад, и ваш дух работает над этим». Да. Он работает над этим. Да. Ваш рожденный свыше крещенный Духом Святым Дух соединен с небесами. Дух Святой внутри. И он работает над этим. Ваши ангелы действуют. Вы не можете этого видеть, но они работают. Они собирают это воедино. Работают. И это развивается. Если у вас появляется сомнение и неверие, тогда вы останавливаете этот процесс, и он будет стоять на месте, пока вы не уберете оттуда этот мусор. Даже в этом процессе людям, которым Бог сказал сделать определенные вещи, нужно работать над этим.
Да. Они нечувствительны и говорят: «Ну, я не знаю, почему я должен жертвовать миллион долларов в служение Кеннета Копленда». Дело не в том, что вы знаете зачем, а дело в послушании Богу, потому что Бог в действительности пытается дать вам еще больше. А если вы не делаете, тогда Он скажет это кому-то, у кого нет ни цента. Да. Потому что Он пытается помочь вам войти в этот процесс и быть послушными. Да. Я знаю человека, который сделал это, Лерой. У него была хорошая работа, но когда он потерял ее, то был слишком стар для того, чтобы его могли взять на новую работу. Да. Он был в беде, был нищим и в долгах. Он шел в закусочную Бургер Кинг и слушал кассеты. И читал свою Библию. Он заказывал чашечку кофе и пил эту чашку целое утро, чтобы иметь возможность сидеть за тем столом, так как ему негде было учиться. Он потерял почти все, что у него было. И он ухватился за это, и его дух начал работать над этим. И он сказал вслух в этом Бургер Кинге: «Я пожертвую миллион долларов в миссию Кеннета Копленда». А сказал он это потому, что он изучал наши кассеты, книги и материалы. Вот откуда это пришло к нему. Он сказал это и продолжал говорить это, продолжал работать над этим. Я хочу, чтобы вы знали, что он сделал это за рекордно короткое время. Я читал об этом вчера вечером. Он сделал это и не остановился на этом. Он и его семья все еще работают над этим. И здесь, и здесь, и здесь. И он уже вот там. Его мечты сбываются. Он видит осуществление того, о чем он мечтал. Он заново научился мечтать в этом Бургер Кинге, не имея ничего. Но теперь он мечтает на основании Слова Божьего, и эти тайны раскрываются перед ним. И он продолжал так действовать, он по-прежнему это делает. Он по-прежнему поступает так. Я думаю сейчас, как говорил брат Копленд, я слушаю и думаю одновременно. Вы понимаете, что за эти две недели, которые мы провели с вами, что этот процесс начался? Вам нужно быть послушными Богу. Через несколько минут брат Копленд предоставит вам возможность посеять. Вам нужно быть послушными Богу сегодня в этом даянии. И процесс, о котором он рассказывал, этот процесс, а я рассказывал вам о человеке, который пожертвовал миллион долларов в мое служение. Точно так же, как и тот человек, про которого говорил брат Копленд. Этот процесс начался. Давайте следовать за этим. Слушайте сегодня очень внимательно. Это ваш час, чтобы вы ходили в богатстве Божьем. Я действительно почувствовал это. Это Дух Божий. Да, я действительно верю в это. Процесс начался. Когда ты говорил, я почувствовал этот процесс. Человек думает, что для того, чтобы пожертвовать миллион долларов, он сначала должен иметь миллион долларов. Нет, вы не хотите, чтобы кто-то притворялся. Я видел, как люди притворялись, но на самом деле Дух Божий не говорил им. Такое не нужно. Но есть те, кто слушает эту передачу, кому нужно получить свой прорыв. У большинства людей, у которых есть миллион долларов, и которые получили его не через Бога, у большинства из тех, у кого есть миллион долларов, которые они просто заработали, получили через инвестиции, у большинства людей, у которых есть миллион долларов, на самом деле нет миллиона долларов, чтобы отдать, потому что они в долгах. Они в кредитах, и очень многие из них ничего не могут сделать. Они пытаются держаться за это. Возможно, Бог обращается к такому человеку, и, возможно, он говорит о 20 миллионах. Он говорит о 100 миллионах. Я рассказал тебе о 24 миллионах. Да, неважно, сколько у вас в кармане денег, миллион долларов или 10-15 центов. Все дело в том, к чему Бог стремится нас привести во всей нашей жизни. Мы поднимаемся на более высокий уровень, на котором мы никогда еще не были. И этот статус миллионера высвобождается в каждом верующем, который доверяет Богу. Есть статус миллионера. Бог сказал, это все, что они могут выдержать сейчас, но это в вас. Это высвобождается в вас прямо сейчас. Я только что увидел кое-что. Я знаю, что наше время подошло к концу, но все равно должен сказать об этом. Если статус миллионера есть внутри человека, у которого нет ничего, тогда в человеке, у которого есть миллион, есть статус миллиардера. Да, несомненно. Потому что это точно такой же процент роста. Абсолютно верно. Я понимаю это. Мы вернемся через минуту, если за это время не произойдет восхищение церкви. Да, аминь. Как большинство из вас знает, пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. И исходя из того, о чем мы проповедовали, и к чему подводил здесь Дух Божий,
Я хочу, чтобы вы ясно понимали, что мы не подстраивали и не проповедовали об этом, пытаясь заставить вас что-то дать. Нет, если вы так думаете, тогда оставьте ваши деньги у себя, потому что это деньги огорчения. Я не хочу, чтобы они смешивались с моей жизнью, этим служением или моим семенем. Но что делает Бог? Бог что-то здесь созидает, и вы слушаете Его. Ну, брат Копланд, знаешь, я хотел бы пожертвовать, у меня есть такое желание жертвовать. Но сейчас, боже мой, я не могу дать больше $5. Я подожду, пока у меня не будет по крайней мере $100. Нет. Сейте семя. Начните с 15 центов, если это все, что у вас есть. Сейте семя. Потому что подумайте о ком-то, кто не решился послать $3, и таких набралось 2 миллиона человек. Это можно было сложить. Вы видите, что это производит? Было бы 2 миллиона человек, которые вместе, которые сеют и возрастают. Боже мой. Подумайте, что будет, когда к вам придут эти $100? Точно. Вы видите источник этого? Отец, мы молимся за наших телезрителей по всему миру, за излияние понимания финансовых тайн, понимание Царства Божьего, всего этого. Открой людям, как ты хочешь, чтобы они в финансовом плане участвовали в той работе, которую делает это служение. Мы благодарим тебя за это, мы прославляем тебя за это, и мы высвобождаем помазание умножения в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Семя восполнит любую нужду. Да. Слава Богу. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то вы знаете, что ваше пожертвование остается в вашем регионе. Оно не уходит в США. Оно остается в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Будьте частью хорошей церкви. Если вы хотите заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Лерой, пусть Бог благословит тебя. Спасибо тебе. Передавай Кэролин нашу любовь. Да. До встречи, и не забывайте, что Иисус Господь.